Дети читают стихи. Бокова Айна, 12 лет, город Малгобек, Республика Ингушетия. Роберт Рождественский. Человеку надо мало. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету с человечеством родство и всего одну планету, землю, только и всего. И межзвездную дорогу да мечту о скоростях. Это в сущности немного, это в общем-то пустяк. Не великая награда, не высокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал.